Еще одна тема селекторного совещания – расселение из ветхого и аварийного жилья. До конца года по области поменять условия на более комфортные должны порядка 10 тысяч человек. А это, в свою очередь, 160 тысяч квадратных метров нового жилья. В Клинском районе это будут 3 дома на селе. На сегодняшний день у нас на очень высокой степени готовности объект в Петровском находится. И на достаточно высоком уровне, мы считаем, ну, по графику, скажем так, по графику, идет строительство домов в деревне Струбково, это Зубовское поселение. Поэтому я думаю, здесь у нас проблем не должно быть. Алена Сокольская подчеркнула, что строительство домов именно в сельских поселениях благоприятно сказывается на жителях и не создает искусственный отток сельчан в город. Кроме того, глава района еще раз обратилась к жителям аварийных домов на Мира, кто до сих пор не переехал в новое жилье. У людей нет оснований действительно там находиться. Ну и чисто инстинкты самосохранения, наверное. Поэтому я еще раз обращаю внимание жителей домов по улице Мира 54, 56, всех тех домов, которые подлежат сносу, что в ближайшее время им необходимо переехать в жилье, которое им было предоставлено по ветхому, по программе переселения из ветхого фонда, либо, значит, решить свои проблемы иным путем тем, кто временно там проживали фактически без оснований.